Самолет министра внутренних дел Колумбии Хуана Фернандо Криста совершил жесткую посадку в аэропорту Эльдорадо. Глава МВД возвращался из Армении в Боготу. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении из-за невыпущенных шасси. Помимо министра, на борту находились еще 10 пассажиров. Среди них его заместитель по политическим вопросам, а также личный секретарь и журналисты. Все пассажиры были эвакуированы через аварийный выход.